Привет! Мне 5 лет, это мой канал про игрушки. Сегодня новый набор Лего Сити. Это машина для уборки мусора. Открываем. Раз. Два. Три. Всего 3 пакетика. Инструкция. Еще одна инструкция. И наклейки. Сейчас будем собирать, а потом поиграем. Все, готов набор. Тут 2 человечка. Это уборщики. Супергрузовик. Он убирает мусор. Смотрите, как может. А теперь построим лего-город. Будем его убирать. Ставим дом. Теперь второй. Будет вот тут. Нет, лучше вот тут. А это третий дом. Будет стоять тут. А это наши машины. Сейчас будем мусорить. Куча мусора. Сейчас будем убирать мусор. Уборщики пришли убрать мусор. Все, мусор готов к уборке. Зовем машину. Забираем мусор. Есть, засыпали. Все, мы увезли мусор из города. Сейчас его выкинем. Все, готово. Все, наш город теперь чистый. Грузовик класс. Сегодня у нас Лего Сити. Это Лего полиция. Остров тюрьма. Сначала покажу набор, а потом будем строить Лего город. В наборе аж 8 мини-фигурок. 4 полицейских и 4 бандита. Тюрьма очень большая. У нее 4 этажа.
Все очень классно сделано. Сейчас все вам покажу. Первый этаж можно открыть. А внутри стоит бандит с гантелей. По лестнице можно подняться на второй этаж. Сзади тюрьма выйдет вот так. Тут есть кровать для бандитов. Тут даже есть унитаз. Там же тут много дверей и решеток. Еще тут есть потайной люк. Из тюрьмы можно сбежать. Сейчас покажу. Вот бандит, прыгнув в канализацию. Сейчас тетя бандит спасет его на лодке. Бандит запрыгнул в лодку. Для погони у полицейских тоже есть лодка. Еще у воров есть воздушный шар. Бандит сбежал. Чтобы их поймать, у полицейских есть вертолет. Для вертолета есть специальная посадка. Тюрьма очень прикольная. Мне она понравилась. Вокруг нее построим лего-город. У меня есть специальная штучка. Есть! Тюрьму поставим к воде. Это же остров тюрьма. Лодки и акулу тоже на воду. С другой стороны тоже полицию поставим. На берегу поставим пляжный домик. Класс! Добавим еще домик. Еще один домик вот сюда. И сюда. Добавим машин, скорую помощь и пожарную. Также в городе нужна машина для уборки мусора. Машинка для уборки снега. Еще грузовик и строительную технику. Вот такой город у нас получился. В следующий раз будем строить железную дорогу. Сегодня будем строить железную дорогу и гонять на поездах. Начинаем строить.
Поехали! Сейчас поезд поведет лодку. Поехали! А теперь поведет вертолет. Поехали! Пожарная машина. Поезд поведет ее в ремонт. Сегодня будем играть в Лего-полицию. Для этого у нас есть новый набор. Набор называется «Полицейский патрульный катер». В наборе 4 мини-фигурки. 2 полицейских и 2 бандита. У обоих полицейских спасательные жилеты и кепки. А это преступники. Прикольные фигурки. У этого бандита смешное пузо. А это девушка-бандит.
Бандит украл деньги и пытается убежать от полиции. Но он не смог убежать. Полицейский его догнал. Теперь бандита отправят в тюрьму. В тюрьму остров. Для этого у полицейских есть катер. Это не просто катер. Это супер катер. У него есть прожектор. Куча всяких прикольных штучек. Внизу есть большая каюта. А сверху есть место для капитана. А самое главное, есть решетка для бандита. Все, теперь преступника повезут в тюрьму. У преступника есть подружка. Сейчас она его спасет. У нее есть специальный крюк. Все, преступники спаслись. Теперь будут убегать от полиции. А теперь проверим, как они плавают. Сначала проверим катер бандитов. Плывет. А теперь проверим полицейский катер. Круто, тоже плавает. А теперь устроим им шторм. Бабах! Корабли выдержали. Сегодня супер прикольный наборчик. Набор по новому мультику Angry Birds. Называется пиратский корабль «Свинок». В наборе есть супер-пиратский корабль. Также есть небольшая катапульта. И 4 супер-фигурки. Сейчас все покажу поближе. Первая фигурка – это свинюха-пират. Сделан супер. Вместо руки – крюк. А это вторая свинюха. Его зовут Леонард. Тоже забавный. Это птица толстяк. Его зовут Бомб. Прикольный. А этого персонажа зовут Ред. Вечно недовольная птица. Теперь покажу сам корабль. Корабль сделан очень классный. Когда корабль едет, крутятся вот эти штучки. И шевелятся весла, как будто он плывет. Еще у корабля есть кран. Он может поднять специальную штучку. Супер! Еще у корабля классно сделаны паруса. Сзади есть специальная сетка для украденных яиц. Внутри корабля есть сундук. В сундуке всякие разные штучки. Там есть банан. Еще там есть арбалет. Он, кстати, стреляет. Еще там есть мороженка. Прикольно. Внутри корабля есть кухня. И сковородка, чтобы пожарить яичницу. Также тут есть тайник. А в нем корона.
Леонард превратился в короля свиней. Смешной. А теперь будем стрелять по кораблю. Первый полетит бомб. Мимо. Берет. Сегодня это все. Всем пока-пока.